В галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея открылась выставка «Великое простодушие. Искусство на двоих». На ней представлено около 60 работ супружеской пары Татьяны Рыжовой и Виктора Лисицкого. Чем необычны, но так притягательны работы художников, расскажем в нашем сюжете. В живописных картинах Татьяны Рыжовой с легкостью узнается образ российской провинции. Ее пейзажи и натюрморты, а в последние годы и религиозные сюжеты наполнены внутренним светом. Еще молодой девушкой в начале 60-х годов она почти каждый день пропадала в старой части Серпухова. Делала зарисовки домов, храмов, писала виды соборной горы и старый базар. Многие из этих работ можно увидеть здесь на выставке. Сегодня замечательная, потрясающая выставка, которая, наверное, мы к ней долго шли. Это на самом деле, как бы сказать, такая плановая абсолютная история. Нам хотелось показать именно так, вместе. Они не видели «Каретный сарай», но сегодня, я думаю, точно были бы очень рады быть в таком составе, в таком объемном количестве здесь, в новом пространстве Серпуховского историко-художественного музея. Татьяна Рыжова – заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств. В начале своей творческой жизни она много занималась монументальной живописью. Оформила более 40 интерьеров в Москве, Серпухове, Подольске, Ступино, Джезгазгане и других городах. В Серпухове она расписывала нашу детскую поликлинику. Я просто помню, в детстве я приходила в поликлинику, и мне нравилось смотреть на наши стены. Там были ангелы, были городские пейзажи, было очень красиво. На выставке представлены 33 работы Татьяны Ивановны. Живописные полотна наполнены оптимизмом и любовью. Художница была наделена редким умением видеть прекрасное в повседневном. Она вообще математик по складу ума была изначально, работала на каком-то заводе чертежником. И она, вот мы с ней иногда сидели, разговаривали на кухне вечером. Она говорит: «Наташа, что мне делать? Вот мне скучно сидеть и работать где-то вот целыми днями. Я вот творческий человек». И я сидела у себя на работе, говорит, рисовала почеркушки. И так вот с этих почеркушек пошла ее творческая жизнь. Супруг Татьяны Рыжовой – известный советский гимнаст, пятикратный серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Лисицкий. Познакомились они в кругу общих знакомых в начале 90-х. Тогда и зародился не только семейный, но и творческий союз. Первую свою картину Виктор написал под руководством супруги. Виктор после спорта, ему хотелось чем-то заняться. И ходил вокруг Татьяны, что мне делать, что мне делать. Но она ему говорит: бери кисти, краски, попробуй написать стол. В итоге он стал наивным художником. Его полотна представлены в Музее современного искусства, Музее наивного искусства в Москве. Своеобразная стилистика, простота и естественность. Виктор Лисицкий – любитель, но работал на уровне профессионала. У него было живое детское восприятие окружающего мира. На экспозиции представлено его 28 работ. На открытии выставки много почетных гостей, известных художников, друзей, родственников Татьяны Рыжовой и Виктора Лисицкого. Я хочу сказать, что я когда зашла, у меня слезы навернулись на глаза, потому что здесь очень много жизни. В каждой картине это свет, в каждой картине любовь, в каждой картине какая-то такая ирония, особый взгляд. И вот из каждой картины с нами разговаривает и Татьяна, и Виктор. Поэтому я сегодня переполнена эмоциями, очень благодарна организаторам, что это событие состоялось. Замечательные картины, очень душевные, оригинальные. Мне очень понравился. Вот с этой парой я был знаком. Прекрасные люди, как личности. Поэтому я очень хотел, чтобы попасть на них в выставки. Новая выставка будет работать до 26 мая.